Привет, народ, с вами Ватман, и мы продолжаем проводить эксперименты в игре GTA 5 на нашем слабом ноутбуке. Сегодня мы, как вы видите, мы находимся в самолете. Мы поднимемся на максимально высокое расстояние, насколько это возможно, и спрыгнем с него, и посмотрим, кто все-таки приземлится быстрее. Мы без парашюта или же все-таки самолет? Так. Все, выравниваемся. Угу. Прыгать, наверное, будем вот в это озеро. Ждем, пока нас должно развернуть автоматика. Так, ага, вот. Нет. Ага, вот, все, нас разворачивает автоматика. И выпрыгиваем. Так, покажись. Вон он. Видно, что полетел вон самолет. Вот он. И, конечно, он однозначно падает быстрее. Вот он даже куда-то упал уже. Полетели, посмотрим. Так, он упал куда-то здесь, в горы. Ой, одна звезда. За что? Он, наверное, самолет упал на какого-то человека. Так, о, вот наш голубой парашют. Так, текстурки не прогружаются. Ну вот, вроде бы нормально. Так, самолет, ты где? Похоже, он взорвался и... исчез. Или может куда-то упал. Так, вон там есть что-то похожее. Нет, это не он. Угу. Что ж, найти самолет, конечно, вернее его остатки нам не удалось. Но мы-то знаем теперь, что... Оп, отлично, упал. Но мы-то теперь знаем, что самолет падает гораздо быстрее, чем человек. Поэтому эксперимент прошел, я считаю, успешно. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Пока.